Всем привет, вы на канале Smart From China, и с вами я, Александр. Сегодня у меня есть небольшая посылка, а в ней достаточно интересные чехлы, которые я сейчас часто очень заказываю на актуальные смартфоны. В данном случае в этой посылке находятся чехлы на Xiaomi Redmi Note 3 Pro и на Xiaomi Redmi Note 4X. Также у меня еще есть посылка, которую я, правда, вчера открыл, но там тоже интересные вещи, сейчас я вам расскажу про них. Здесь у нас должно быть пара чехлов и брендовое стекло. Вот как замотал. Но продавец не пожалел совершенно упаковки. Так, чехлы и стеклышко. Фух, наконец-то. И вот такое симпатичное стекло. Это, по-моему, на Redmi Note 4X. Так, чехлы. Чехлы ныне модные, шершавые, как я часто вам уже показывал. Которые скраб. Такие вот. Очень приятная текстура. Сейчас многие меня просят после того, как я заказал. Один раз просят такие чехлы. Кнопочки, как уже выполнены, вы видели. На примере Mi 5. Так. Это на Note 4X. Такой же синего цвета. О, синего еще не было. Красиво смотрится, как переливается. Ага, только смотрите, маленький момент. Здесь под кнопочки нету целикового отдела. Здесь вот так вот вырез сделан. Все-таки мне больше нравится, когда полностью закрыт весь смартфон. Как вот здесь вот. Странно, я что-то внимания не обратил. Зато есть проушинка, чтобы вешать. Но в целом тоже неплохо. Прорезями, да, с такими. В общем, у этого продавца очень-очень много чехлов на разные модели, не только Xiaomi, есть и Huawei, есть и, по-моему, даже на Яблоко и на Meizu, то есть очень много всяких чехлов, рекомендую. А здесь вот находится стеклышко, видите, какое фирменное, обалдеть. Ну, стоит оно, сразу скажу, недешево, что-то долларов 7, но это стекло, если я не ошибаюсь, это аксессуары, да, в отдельной коробочке, смотрите. Стекло, если не ошибаюсь, на весь экран. Ага. А, не на весь экран. То есть оно без загибов, но... Как сейчас это модно. Да, вот так вот сделано. Или оно загнутое чуть-чуть. Да нет, вроде. Так, это вверх. Это низ. Почему снизу нет язычка? Слушайте, по-моему, это не стекло. Это пластик. Написано Glass Temperate, но мне кажется, ребят, что это пластик. Что-то очень уж оно как-то гнется странно. Нет, это наружная сторона. Нет, все правильно. Туплю. Вот. Вот так это клеится. Тут как бы закругление. Я, правда, не знаю, как все это будет сидеть. Когда буду клеить, отпишусь, вам расскажу. Мне что-то кажется, что это пластик. Потому что он кривой или очень-очень тонкое стекло. Ну, гнуть, пробовать, ломать не буду, конечно. Так, в комплекте фирменные Mokolo. Вот такой вот производитель. Фирменные наклеечки классные. Когда наклею, да, расскажу вам, как она будет сидеть обязательно. Так, потом я все это уберу. Здесь у нас еще что есть? Здесь у нас... Ой, как это все упаковано-то? Здесь, наверное, тряпочки и... Так, здесь у нас, скорее всего, все аксессуары. Да, точно так же, как у Нилкина, вот такой вот шпатель для разглаживания. Салфеточка приятного качества. Ну и cleaning wipes. Салфетка влажная для, так сказать, удаления разводов всяких жировых и прочее. Также вчера я получил посылку с большим количеством стекол на смартфоны Xiaomi. Распаковывать я вчера вечером не стал, что-то очень был уставший. Хочу сказать, что в одном лоте у продавца есть на множество моделей Xiaomi, значит, стекла приличного качества. Что мне нравится, есть такой вот стикер-гайд сразу же с этими с наклеечками для приклеивания к корпусу смартфона в качестве направляющих вот этих вот вещей. И вообще мне нравятся вот такие наклейки больше, чем когда присылают одну. И что немаловажно, салфетки нормального качества. То есть они реально одна мокрая, другая сухая. А не как иногда бывает, открываешь, а там все сухое, блин. Нету даже намека ни на какую-то там жидкость. Ну, в данном случае вот Redmi 3 я приготовил
коллеги на работе наклеить сегодня. То есть довольно неплохое качество. Я вчера наклеил на Ми 5, очень хорошо село стекло. И цена какая-то там очень смешная, от доллара до полутора. Раньше у этого продавца была доставка, я поэтому заказал сразу там 10 стекол, что ли, или 8. Сейчас у него доставки, платы за доставку, точнее, нету. И можно заказать там 1-2 стекла, и буквально будет за 2-3 доллара у вас хорошие стекла. Вот такие, друзья, у нас сегодня посылки достаточно интересные, как мне кажется. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и до новых встреч. Пока.